died in AD 68, и вот когда Нерон умирает в 68 году, a power struggle began among the Roman leaders. Среди римских лидеров, руководителей начинается борьба за власть. All of them vying for the support they needed to become the next emperor. И естественно, все из претендентов искали поддержки, чтобы стать императором следующим. And so those who had the most power were those who had the most weapons. Естественно, что у кого было больше власти на то время, было больше и военной поддержки. And so there were a series of Roman generals who tried to take over the leadership. Именно поэтому в этот период несколько генералов пытаются захватить власть. The first of these was a man by the name of Galba. Первым из них был генерал по имени Гальба. Galba was a leading Roman general. Он был ведущим римским генералом. And he proved to be popular enough to be able to get the support to become the emperor. В это время он был достаточно популярен, поэтому смог получить поддержку и стать императором. But it wasn't long before people could see that even though Galba was a good general, но очень скоро люди смогли увидеть, что несмотря на выдающиеся способности в военном искусстве Гальбы, he was a very poor administrator. В управлении административных делах он был недостаточно способен. And almost every decision he made, и фактически каждое решение, которое он принимал, seemed to alienate himself from his supporters. Приводило к тому, что возникала вражда между ним и его сторонниками. И естественно, что после этого люди переключились на другого генерала и поддерживают его теперь. Его звали Вителий. Vitellius was commanding the troops of Rome up in the north in the Germanic regions. Виталий командовал войсками на территории Германии. And thus he was declared emperor by his troops. Именно его войска, его армия и назначают его императором. So thus Rome had two rival emperors. Получается, что как бы в Риме два императора. They had Galba in Rome. Гальба находится в это время в Риме. And Vitellius up in the Germanic areas, who was going to make his way to Rome. Вителий находился вот на территории Германии и собирался теперь уже двигаться в Рим после того, как его провозгласили императором. And so while that power struggle was going on, пока вот была вот эта борьба соперническая за власть. A third Roman general. А еще один генерал, by the name of Otho, которого звали Отон, who was the head of the Praetorian Guard. Он был во главе преторианцев. Determined that he could become the emperor. Решил, что он также достоин стать императором. So he had Galba assassinated. Поэтому он договорился о том, чтобы убили Гальбу. But there were still two emperors in Rome. Однако все равно получается, что даже без Гальбы два претендента на трон. Vitellius still claimed the throne. Виталий не отказывается от того, чтобы быть императором. And Otho was claiming the throne. И Отон тоже считает, что он может занять это место. So the problem was to be settled when the armies of Vitellius met the armies of Otho in battle in April of AD 69. Эту проблему решили решить военным путем, и поэтому армия Вителия встречается с армией Отона в сражении в апреле 69 года. Vitellius proved to be victorious in the battle. Вот это сражение выиграл Вителий. And Otho, not wanting to be taken prisoner, committed suicide. Отон не хотел становиться узником, не хотел попадать в плен, поэтому он закончил жизнь свою самоубийством. So then Vitellius marched into Rome. Тогда Виталий входит в Рим. But he too quickly proved to be an inadequate leader. Однако вскоре также оказалось, что он не способный император. And so Rome was in great disarray, great turmoil. И естественно, что опять начинается беспокойство в Риме и беспорядки. About this time a new
rival entered into the power struggle for the leadership of the Roman Empire. В это время в игру вступает еще один генерал, который считает себя достойным стать императором. He was a general who was leading the troops against the Jewish rebellion in Israel. Это был генерал, который выступил против еврейского восстания в Израиле. And his name was Vespasian. Его звали Веспасиан. And Vespasian at first supported Galba and Otho. А вначале, до этого еще, Веспасиан поддерживал Гальбу, потом он поддерживал Атона. But after they were killed, he entered the struggle for power himself. Но после того, как они были убиты, он решил, что теперь пора самому занять это место. So Vespasian left the battlefields of Israel. Веспасиан оставляет Израиль, где они воевали с израильтянами. Turned the leadership of his armies in Israel over to his son, whose name was Titus. А во главе армии оставляет своего сына Тита. And he took a group of soldiers with him and headed for Rome. Берет с собой небольшое войско солдат и отправляется в Рим. He encountered some of Vitellius' supporters along the way, and on several occasions got into several battles. По дороге в Рим он встречался со сторонниками Вителия, и поэтому им было несколько сражений. And yet he still was able to make his way onto Rome. Однако он смог добраться до Рима. And by the time Vespasian had reached Rome, а к тому времени, когда Веспасиан добрался до Рима, Vitellius had completely lost control of the government. Виталий фактически уже не управлял государством. And he was assassinated. И его убили. And so then Vespasian was able to march into Rome and take over as emperor. И тогда Веспасиан смог войти в город уже в качестве императора. Without a battle. А ему не было нужды сражаться теперь за это. Without any opposition. Противостояния никакого не было. And thank goodness for Rome. Rome could be thankful. И Рим может быть благодарен за то, that Vespasian actually turned out to be a very good emperor. Что Веспасиан оказался все-таки хорошим императором. And he ruled Rome for the next 10 years. И следующие 10 лет он оставался у власти. From AD 69 to AD 79. 69 года по 79 год. However, the year AD 69. Однако в 69 году came to be known by historians. Историки очень часто описывают это время as the year of the four emperors. Как время четырех императоров. Год четырех императоров. Гальба, Otho, Атон, Вителий и Веспасиан. And yet the chaos in the leadership during AD 69 resulted in corresponding chaos throughout the empire. И естественно, что вот этот хаос, который царил среди лидеров в Риме в 69 году, повлиял также и на то, что в различных регионах и провинциях также царили беспорядки. And as I mentioned, many of the provinces went into rebellion, including the province of Israel. И как я уже говорил, во многих провинциях, включая и Израиль, начались восстания и мятежи. And you wonder how this tiny nation of Israel with its unorganized armies. И наверняка вы задаете себе вопрос, как это маленькое государство, так можно сказать, маленькая страна Израиль, у которой не было организованной армии, хорошо подготовленной, could hold off the powerful Roman army for 8 years before finally was totally могла сопротивляться могущественной римской армии на протяжении 8 лет. Только через 8 лет они You could say they were able to do that because of the disarray in Rome. И единственная причина, почему это им удавалось, потому что в Риме самом было неспокойное время. Now let me just say a little bit about the later Roman emperors before we take our break, and then we'll come back and talk about what was taking place in Israel. Мы еще с вами немного поговорим об императорах, и только потом пойдем на перемену. As I said, Vespasian ruled for 10 years. А я говорил о том, что император Веспасиан правил 10 лет. And when he died, he turned his leadership over to his
son, who was a military hero, his name was Titus. И перед своей смертью он передает правление двум своим сыновьям. Вот мы уже говорили об одном сыне, это был Тит, который был во главе армии. Titus is the general who destroyed the city of Jerusalem. Тит был тем генералом, который разрушил Иерусалим в 70-м году. And Titus was just as popular as a hero and as a leader as his father Vespasian. Тит был также популярен и как военачальник, и как руководитель, как свой отец Веспасиан. Unfortunately, Titus was emperor for only 2 years. К сожалению, Титу удалось быть императором только на протяжении 2 лет. Потом он умирает. He ruled from 79 to 81. Он правил с 79 года по 81. And when Titus died, he was succeeded by his brother Domitian. После смерти Тита императором становится его брат Домициан. Now, even though Domitian was a son of Vespasian, a brother to Titus, несмотря на то, что Домициан был сыном Веспасиана и был братом Тита, he was everything his brother and father were not. Он был очень не похож ни на своего отца, ни на своего брата. Vespasian and Titus were leaders. Веспасиан и Тит были настоящими руководителями. They were heroes. Они были героями. They were confident. Они были уверены в себе. They were highly admired by the people. Люди ими восхищались. And Domitian suffered from the what we would call the little brother complex. А вот у Домициана был комплекс младшего брата. As is so often the case. И очень часто так бывает. Maybe I have some understanding of this because I'm a younger brother. Я вот, наверное, хорошо понимаю эту проблему, потому что в семье я тоже младший брат. But sometimes if you're the younger brother of a very talented and successful older brother. Иногда, если вы младший брат очень выдающегося и талантливого старшего брата, you might find it very difficult to get along in society. Вам очень трудно приспособиться к обществу, бывает. Because it's very easy to begin to feel that you're inferior. Потому что вы начинаете чувствовать собственную неполноценность. And Domitian suffered from this very much. Вот именно от этого и страдал Домициан, чувство неполноценности. Domitian had a sense of inadequacy that led him to fear anyone who opposed him. Из-за этого чувства неполноценности у Домициана был страх, он боялся любой оппозиции. You see, he wasn't a military hero. Он не был военным героем. He did not have a great set of accomplishments in his life. За свою жизнь у него не было каких-то выдающихся достижений. And he felt very inadequate as a leader. Естественно, что он чувствовал себя недостойным быть руководителем. But he tried to overcome his inadequacy by trying to appear as a strong and firm leader. Но для того, чтобы преодолеть вот этот комплекс, он все-таки хотел выставлять себя в глазах других людей как сильный, как сильного лидера. In fact, he had himself declared as a god. Вот именно поэтому он и заявил о том, что он бог. He's the only the second emperor who demanded that he be called God. Домициан — это второй император, который потребовал, чтобы его почитали за Бога. Remember, the first one was Caligula. Первым был Калигула. And Domitian actually had himself called Dominus et Deus Noster. И Домициан называл себя так — Dominus et Deus Noster. Which means our Lord and God. Что означает в переводе «наш Господь и Бог». And yet he was so fearful of anyone who might be more talented or smarter than him. Но с другой стороны, он очень боялся всех людей, которые были способнее, чем он, и талантливее, чем он. On two occasions, he actually banished all of the philosophers from the city of Rome. И было вот два таких случая, когда он изгнал из Рима всех философов. Because he didn't want anybody there who might be thought of as being smarter than him. Потому что он не хотел, чтобы в Риме были люди, которые могли возомнить, что они умнее Домициана. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование.
Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. So harsh was Domitian's reign. Его правление было настолько беспощадным, that people began to think that Nero had come back to Rome. Что некоторые люди начали думать, что это был дух Нерона, что возродился Нерон. They actually called him Nero Redivivus. Вот его называли по латыни Nero Redivivus. Nero revived. То есть воскресший Нерон. Well, Domitian ruled from AD 81 to 96. Итак, Домициан правил с 81 по 96 год. And the people were very happy when he ultimately died. Люди были очень счастливы, когда он умер. And he was replaced by an emperor by the name of Nerva. После него императором становится Нерва. Nerva served for 2 years, from 96 to 98. Нерва 2 года был императором, с 96 по 98 год. In that short reign, he was not able to accomplish anything of great distinction. За вот этот короткий срок правления он не успел сделать ничего грандиозного. But perhaps his greatest distinction was to have Trajan named as his successor. Но считается, что он сделал хоть одно хорошее дело, потому что назначил Траяна своим преемником. And so the next two emperors of Rome. И вот следующие два императора в Риме. Trajan. Траян. Who ruled from 98 to 117 AD. С 98 года по 117 год нашей эры, который был императором. And his nephew Hadrian. И его племянник Адриан. Who served from 117 to 138 AD. Который правил с 117 по 138 год. Combined for two of the most stable and strengthening to the empire reigns. Считается, что вот время правления двух этих императоров было наиболее стабильным, и это было время укрепления империи. And because the empire was stable during the times of Trajan and Hadrian. Потому что в империи было спокойно во время правления Траяна и Адриана. There was peace in the land. Мир был на земле. And with peace, Christianity was able to thrive and grow during their reign. И естественно, что вот когда мир, то христианство могло развиваться и распространяться. And so we say that the New Testament era came to an end at the time of the death of Emperor Hadrian. Поэтому можно сказать, что период Нового Завета заканчивается со смертью императора Адриана. But for all practical purposes, но с практической точки зрения, we can say that the New Testament era came to a close during the days of Domitian's reign. Мы можем сказать, что фактически эпоха Нового Завета уже завершается в период правления Домициана. And the early days of Nerva's. И в начале правления Нервы. See, it was Domitian during his time of persecution. Потому что когда Домициан начинает преследование христиан. Who exiled the apostle John to the island of Patmos? Именно Домициан, кстати, сослал апостола Иоанна на остров Патмос. But it was Nerva who released John from exile, enabling him to return to the city of Ephesus. Но вот император Нерва освободил апостола Иоанна и позволил ему вернуться в Эфес. Where shortly thereafter John died and was the last of the 12 apostles. Однако очень скоро после своего освобождения апостол Иоанн умирает, и он был последним из апостолов, который умер. Now, while all these activities were going on in Rome, несмотря на то, что вот такие события происходили в Риме, we ask the question, what was occurring in Palestine? Мы с вами должны рассмотреть также то, что происходило в это время в Палестине.